Анатолий Ермоленко, советский белорусский певец, солист Гомельской областной филармонии. С 1972 года солист Вия Сибры. Вы подарили сейчас своим концертам лепчанам большой праздник. Это настоящее искусство, то, что вы дарите людям. Скажите, пожалуйста, невзирая ни на что, как вам удалось сохранить тот потенциал и причем приумножать это все? Ну, это трудно, как бы сказать, характеризовать свои возможности и свое творчество, но, в принципе, вообще, как в любом деле, человек должен оставаться самим собой и при любых обстоятельствах стараться вот, реализовывать то, что как бы заложено в человеке природой, и то, чему воспитали тебя твои родители.